в сегодняшнем видеообзоре мы с вами рассмотрим вот такой вот замечательный наборчик без зубика, который состоит из шапочки, пинеточек вот таких замечательных, сапожечек с мордочкой без зубика и непосредственно сама игрушка, вязаная без зубик. У меня камера немножечко искажает цвет, это насыщенные черные тона и с нежно такими желто-салатовыми глазками. Получилось довольно-таки симпатично и миленько, очень пойдет на подарочек. Размеры у меня приблизительно где-то рассчитаны на девочку 4-5 лет, ну то есть может даже 3-5 лет, там уже в зависимости от размера ножки, размера шапочки. Ссылочки на каждую из этих деталей набора я вам оставлю под этим видео. Обязательно, если желаете, свяжите. Получится замечательный подарочек как для мальчика, в принципе, здесь, так и для девочки. Делался акцент здесь на то, чтобы подошло и девочке, и мальчику. Если хотите, можете добавлять какие-то бантики, ленточки, цветочки, если это для девочки. Для мальчика, в принципе, я считаю, что подойдет и так. Также у меня взяты пуговички с блестками. То есть для мальчика, конечно же, можно с блестками, а можно и без. Это уже зависит непосредственно от вашей фантазии и вашего желания. Если вам понравилось, обязательно ставьте лайки. Если понравилось, свяжите со мной. Всем ровных петелек, хорошего настроения. Пока-пока!